Но могло быть и хуже. Какая-нибудь женщина отрезала бы тебе пенис и выбросила бы его в окошко. Тоже верно. Просто, покупая себе мебель, ты решаешь на этом все. Отныне, что бы со мной ни произошло, вопрос с диванами решен. У меня было все. Очень приличная стереосистема, весьма респектабельный гардероб. Еще чуть-чуть и нечего желать. А теперь все пропало. Все пропало. Ясно. Слово «дюве» знаешь? Плед? Одеяло. Всего-навсего. А зачем таким, как мы с тобой, знать, что такое дюве? Это необходимо для выживания, как умение добывать пищу? Нет. И кто же мы? Мы просто потребители. Правильно. Потребители. Мы одержимы внешней атрибутикой преуспевания. Убийство, голод, преступность – все это не волнует меня. А волнует меня знаменитости и скандалы. Телевизор, где 500 каналов. Чье имя на бирке моих трусов? Рогейн, Виагра, Алестра? Марта Стюарт. Нафиг Марту. Марта полирует бронзу на Титанике. Мир скоро пойдет ко дну. Так что пора плюнуть на все эти диваны и зеленую обивку. Я считаю, к черту совершенство, к черту преуспевание. Я считаю, наплевать на все это. Пора эволюционировать. Возможно, что я не прав. И это жуткая трагедия. Нет, но так уж вышло. Это не трагедия, ты просто но... лишился ряда атрибутов современного образа жизни. Да, ты прав. Нет, я не курю. Вероятно, я получу страховку и... Что? Люди рабы своих вещей. Но дело твое. Да.